волны со счетом 1-0. Так что сегодня за вторыми викториями. Будем надеяться, что в этом матче будет достаточно много голов, опасных моментов и много чего другого интересного. 25-й номер уголкипера на спине. Полевые футболисты. Второй — Павел Шорац. Четвертый — Вадим Ивановский. Седьмой — капитан скамейки. Будет его помощник Сергей Салыга. Ему не чужда роли главного тренера в том числе, поэтому я уверен, что в целом история противостояния этих команд, она достаточно равная. И это обещает нам в какой-то степени интересный футбол. А здесь Лицко, какой сейв после удара Александра Бурноса. Вариант выбрали хозяева. У Лиды тоже 4-2-3-1. Пару центральных я вам уже, в общем-то, представил. И сейчас удар очередной Александра Бурноса. Но Ампуха. Заброс на левый фланг. Кто там будет первым на мяче? Да, добирается до него Дыбин. Обратно на Пампуху возвращает. Там и Лешкевич. Лешкевич — удар. И ух, какой сейв Евгения Гремза из-под перекрытия. Почему бы и нет? Тоже эти парни могут достаточно результативно действовать. Лешкевич обокрал соперника, но затем тем же ответил и Куцепалов. А здесь дальний заброс на Дыбина. Далеко вышел Гремза. Это может быть ошибкой. Дыбин в центр. Аккуратник. Нужно забивать. Нет, Гремза! Не дотянулся, а его партнер не смог попасть в створ ворот. Из ниоткуда была атака Лиды, но теперь атака Нивы у нас развивается. Федорцов, Пампуха, удар, и справляется здесь. Я, друзья, в паузах тоже почитываю чат с комментариями. Если что, можете какие-то вопросы задавать, если пауза в эфире. Имейте в виду, но пока гол у нас залетает. И тут уже не до пауз на комментарии. Это то, Дмитрий Градобоев отличается. Если я все правильно рассмотрел, шикарный удар. В дальний угол мяч залетает. И на 32-й минуте счет в нашем поединке все-таки открыт. Вот так вот какие-то очевидные прям моменты. Стекла, гол Дмитрия Градобоева. Если, опять же, мы правильно автора определили. Ну, похоже, что именно седьмой номер забил из-за пределов штрафной классным ударом на 32-й минуте. Гол пока единственный. Здесь Пампуха. Пампуха против защитника. И мимо от Павла. Так что мяч у Лиды был отобран. Аккуратник. Загрузил на Мулькевича. Мулькевич мяч принял. Но здесь, конечно, Грем задолжен такие отскоки. 91-го года рождения. Ну, а здесь уже другой, тоже достаточно уже опытный парень, Павел Шорац, откликался на эту подачу. Продолжает Лида мячом владеть. Аскеров штрафной. Выходит из нее. Обводит Куратника. Возвращается. И разыгрывает. Доверно. Вот Живушка. А на поле у Нивы. Тут вариантов побольше. Добролович может сыграть как в центре защиты, так и на фланге. Но, честно говоря, менять старости нам, не знаю, как-то так сомнительно. У старости она тоже хорошая скорость, если из них сейчас будет явно прикладываться к мячу. Живушка. Удар с отскоком от газона в расчете на непредсказуемые долбизнинские рикошеты.